Утреннюю курицу Лай есть не стала, готовит себе тыкву. А я сижу в гамаке и собираю видосик вам. Да, у меня есть крем-суп. Я, если проголодаюсь, у меня есть еще часть моего вчерашнего крем-супа. Я его с удовольствием схомякаю. Но пока не голодная, мне авокадо вот тут еще. Ребенок сказал, что он тоже хочет яйцо, так же, как и Лай кушает. И Лай пошла... Тыкву он не ест, а Лай яйцо с тыквой приготовила. И Лай пошла ему готовить яйцо без тыквы. Говорит, пока готовишь, могу я у тебя поесть тут? Они же туда рис макают, и вот чтобы было куда макать, жижечка была, вот она добавляет специально водичку. Понастроил тут. Хабо. Мама, не макяно. Ким кяно, кила кинандо. Буду кин хау лой, мама. И мэ бой дандо, кила кин. Бел бу. Тэ-тэ, ни. Ауй. Хабо ма ха а, чан. มันน้ำมันเนอะบุ๋มมีนักกินละมาฮะอ่านเนอะเอาเดี๋ยวกี่ลายชิกินน่ะเนอะมันน่ะดีกินดีหมดแหละหมดกันแซ่บแซ่บเลยเช็ดเชือนนะเช็ดเชือนนะเชือบเปื่อนเช็ดแก้มนะฮู้ฮู้ฮู้คือตุ่มเหมียวเลยหนองคาเฟ่หนองคาเฟ่เพื่อนยืนหนองยืนนอกจนเออคดยืนน้ำหนองยืนน้ำหนองถึงอินอ่ะแค่เดี๋ยวว่าเขาหนีไปแล้วว่าไปเลยPассажир сбежал.
Мы вечером собираемся кушать синдат. Это больше, наверное, корейская еда. Накупили уже всяких мясок. Да? А что, синдат это лаосская, да, получается? Лаоско-тайская. В Корее там супа нету, там просто мясо, они как наше барбекю жарят. Я как-то снимала, мы в ресторане было. А это такое усовершенствованное тайско-лаосское, называется синдат, и там есть суп. То есть специальная кастрюлька, я вам вечером покажу, в которой делается супчик и сверху жарится мяско. И сейчас Лай вот готовит нам кости, мы которые купили, свиные кости. А можешь сейчас это вот убрать и показать мне косточки? Такие вот мозговые косточки, чтобы был вкусный суп. Потому что самое главное, конечно, в супе это вкусный суп. Лёленька у меня сидит. Лицезреет прекрасные виды, птички покормленные. Ребенок собирает вон свои пожитки вместе со мной, его уже спать зовут. Он, говорит, сказал, что не хочет спать. Лай сейчас рассказывает тайские сплетни про вот этот суп и барбекюшечку. То есть там вечером покажу, жарится мяско, а внизу супчик. И с мяса вот этот весь жирик, там вот сок, он стекает в суп. И вот все вместе, там всякие овощи, соус внутри. В супе лапша, яичко, ну такое вот. И тайцы подняли сейчас, драму развели о том, что вредно есть такой суп. Потому что мясо обычно едят свинину, и соки, которые туда стекают, не всегда приготовленные, а сырую свинину, сырую кровь есть категорически очень нельзя. Бабочки огромные. Поэтому можно умереть. Драма. Ну, мы такие драмы не слушаем, но вам для информации такая штука бывает. Он там понес детеныш куда-то свои игрушки. Да ну стой. Я потом унесу. И пошел к мамке. Деловой. Ненасытные дети. Замочили, походу, мы эту штуку. Сейчас разберем, просушим, посмотрим, может, будет работать. Ну, замочили. Чутка. Я тут кормлю детвору, и тут вот что увидела. Муравьи стырили кузнечика у детворы. Ну, тот, что упал, видимо, и куда-то несут. Я уже писала, где-то говорила видео о том, что очень много разных муравьев в Лаосе. Наверное, везде так, ну, прям много. Такие раз тушку и понесли. Что, еще еды дать? Еще будете жевать? А, птенцы мои? Или наелись? Не наелись. На. Этот уже кушать стал сам почти. Давай. Вот так, умница. А те еще не кушают сами. Открывай рот. С камерой. Ить. Тебе тоже дать? На, будешь? Покушали уже, много покушали. Будешь еще?
Или Олег яблочко кушает? Ну, покушай. Ну, кушай, чё ты остановился? Или драгонфрутик хочешь? Хочешь драгонфрутик? Вот, и тут продолжает вариться супчик. Может, чуть больше сделать огонь. Кто, Лёленька, показывал мне тут птеродактиля? А? Давай еще покажи. Поснимаю тебя красивого, давай. А у меня тут хлебушек готов. Сейчас покажу. Вот такой сегодня красавец получился. Сейчас попробую. Вот такой необычный, красивый у меня хлебушек получился. Красавчик. С носиком. Пик-пик. Слушайте, ну, хлеб получился у меня вкусный в этот раз. Он стоял вкусный, но в этот раз, как доктор прописал. Как готовлю? Выливаю сначала всю жижу. У меня такие мерные стаканчики. Я прям туда 2 яйца, чуть-чуть воды и до 400 миллилитров молоком доливаю. Все это туда слила, 1,5 ложечки чайной мерных этих соли, 4 сахара, 1,5 ложки дрожжей, чуть-чуть растительного маслица туда и сверху 600 грамм муки. И самую первую базовую кнопку он клик-клик-клик-клик-клик-клик. И вот он через 3 часа такой классный. А муку мне поварёшки просеивают и по пакетикам ровно по 600 грамм накладывают, чтобы мне можно было не заморачиваться, а просто вытряхнул и готово. Вот. Так что у меня обед. Мне очень вкусненько. Алла ела свой капун салат. Никитос добывал нам нудл на него. Если она поснимала что-нибудь, то в ролике будет. Что это такое? Кормлю детей, а тут вот раз и пришло животное. Я поймала себя на мысли, что не хочу ни во что вовлекаться. Вернее, не так, что у меня внутри происходит некая борьба. Вот не так давно, наверное, с момента появления у вас. Ну, меня в Ютубе. Так вот, происходит некая борьба. С одной стороны, моя привычная размеренная жизнь подразумевает под собой свободную голову. То есть я обычно, смотря в горы, не думаю. То есть я обожаю эти моменты. Это моменты такого наслаждения, когда ты пребываешь здесь, в тебе нету никаких мыслей, ты полностью отсутствуешь, ты вроде бы и тут, а вроде тебя нет. Ты как бы везде, вот, ты все знаешь, ты такой... Я не знаю, но такое ощущение, как будто там можно вот так вот, а тебе ничего не надо. То есть ты... Ну ладно. То есть когда ты останавливаешь внутренний диалог,
Это, ну, это, короче, потрясающее состояние, неважно. Но суть в том, что я в нем нахожусь вот практически большую часть времени, дня. Ну, ночью я сплю. Я тоже где-то летаю. У меня так прикольно, у меня все сны, ну, не все, то есть часть снов подвязана под одну локацию с детства. И я там, короче, тю-рю-рю-рю. Ну, это, ладно, отдельная история про сны. Так вот. То есть в обычное время я наслаждаюсь этой жизнью таким образом, отключая голову. То есть в моей голове ровно, классно, пусто, не знаю, любые слова подбирайте, главное, чтобы вот все оно было вот так вот. Ой, Каюшка написал. А с другой стороны, мне хочется чем-то делиться. То есть я знаю свой потенциал. Ну, даже не так, не знаю, догадываюсь. Я могу написать какую-нибудь прикольную книжку, я могу написать какую-нибудь... Я много чего могу сделать. Но для этого мне нужно пожертвовать своим вот этим вот кайфовым времяпроведением. Потому что если я во что-то буду увлекаться, мне нужно будет изучать этот материал, ну, как-то какие-то, как сказать, я вот, допустим, живу, да, я там смотрю какие-то ролики на Ютубе, и это, кстати, я тоже могу запилить про ролики, и там вот народ вещает о том, как вообще, на что надо обратить внимание человеку обычно живущему для того, чтобы быть на вот примерно вот в таком состоянии. А я-то не знаю, чего... Вернее, я уже забыла и даже вспоминать не хочу, чего было, чтобы понять, сказать, какие шаги предпринять, чтобы этого не было. Ну, что там не нравится. Потому что я, конечно, я их уже прошла, проходила, но так как нету вот этой изначальной точки, я этого в голове у меня нет. То есть у меня вообще нет в голове ничего, и суеты в том числе. И вот. Ну, то есть вот эту вот часть времени, которую я сейчас вот в таком вот расслабленном состоянии провожу, мне потребуется переделать и вовлечься во что-нибудь. То есть, допустим, если я хочу начать вещать на Ютубе о каких-нибудь вот таких вот вещах, как это все поменять в своей жизни, чтобы пришло оно счастье, то мне надо будет как бы... пойти туда к вам, вспомнить всю ту какашечность, которая была у меня в жизни в тот период. И хоть я сейчас к этому никак ровно не отношусь, но мне надо это как бы вообще просто поднять хотя бы из памяти. Ну, то есть, как бы, я это могу сделать, но нужно ли мне, если мне прикольно, вот так вообще ничего не делать. И вот такие вот у меня, короче... вопросы в голове, они просто достаточно неуместны, потому что у меня обычно вопросов в голове нет. Если какая-то ситуация есть, я ее решаю, там встаю, делаю, всячески трынь-трынь-трынь-трынь, все по полочкам, все хорошо, я отпустила и живу дальше без этого. Ну, то есть неважно, что произошло, ну, прям... И вот лежу, смотрю... И думаю, блин, как было бы прикольно поделиться чем-нибудь классным. Потому что вот я же читала там какие-то книжечки в какой-то свой там... Вот Энди там, допустим, я говорила, что у меня... Я вообще мало чего читала, а вот Энди я читала книжки. И мне так было кайфово. То есть, ну, как бы вообще просто истории какие-то про разные. Но мне было так хорошо. Ну, то есть при прочтении я куда-то там раз и переключалась. Или там что-нибудь слушаешь там или смотришь, и тоже раз куда-то и улетаешь. И как бы я понимаю, что они мне сделали хорошо, и я хочу делать хорошо. Ну, то есть у меня всегда была потребность... Сообщение. Всегда была потребность делать, ну, как бы давать... от изобилия отдавать. Мне всегда хотелось делиться. Я там еще в студенческие времена какие-нибудь там такие студенческие
Вот, там все время думала даже не столько там о себе, сколько там кому-нибудь что-нибудь хорошее сделать. Ну, то есть не в ущерб себе, но если бы была возможность, ну, как бы вот так. И сейчас тоже. И мы этим и занимаемся, собственно. Мы дарим радость вот людям, деревенским, там, не знаю, детворе какой-то, не только людям, животным, вот, ну, там, кормим вкусненько. Ну, то есть у меня потребность такая есть, вот, давать что-нибудь классное. Но для того, чтобы что-нибудь заморочиться и сделать реально такое прям, ну, как вот всем надо. Хотя кому, блядь, надо? То мне надо, короче, отказаться от своего вот этого времени в пользу вот того. А я и так тут видюхи собираю. Ну, не видюхи, ладно, видюхи мне нравится собирать. Я вот разговариваю с вами. А то в деревне с кем тут еще поговоришь? С Лёликом только, да с вами. Так что спасибо, что вы есть, ребят. Ой, я, короче, придумала. Я не буду париться. Нет, все-таки... Ну, я могу написать классную книжку, там, какую-нибудь истории какие-нибудь. Я вообще могу вообще переложить понимание свое вот этого устройства мира в какую-нибудь прикольную замысловатую историю про рептилоидов. Тоже могу. Но это ж надо сидеть и что-то делать. Вот такой у меня сегодня размышлительный процесс происходит. Я, кстати, иногда записываю видосики какие-то и даже не выкладываю, потому что не понимаю. Я, наверное, все-таки себя еще как-то... А в такие моменты понимаю и думаю, что я вообще вот это вот разговоры разговариваю, ведь и так все понятно. А что понятно? А буду продолжать пилить вам классные видосики вон там с природами и лёликами. Отдыхайте от суеты своих дел, смотрите о том, что бывает другая реальность, потрясающе, где может вообще все. Я сейчас не говорю про себя лично, я говорю про вас тоже, где вы можете все. Где любой может все, потому что он является частичкой этой вселенной и вообще главным игроком своей игры. И единственным, между прочим, своей реальности, таким, как он есть. Но это все совсем другая история. Буду пилить, что будет пилиться. Я, кстати, из людей, которые не придают важности каким-то очень важным вещам. И только те, кто умеют... слушать, у кого есть уши, кто умеет смотреть, у кого есть глаза, тот увидит истину, тот увидит то, что ему нужно увидеть. А я помогу. А мне нравится. А мне нравится, когда кому-то хорошо. И я делаю вот это все для того, чтобы вокруг было хорошо. И ты, почему бы нет, тоже welcome. Вам достроим резорт, приезжайте. Или ресторан. Или строить, приезжайте. Чё? Нужно ли оно мне? Нет. Но если тебе нужно, то я с радостью поделюсь тем, что я знаю. А ты, если захочешь, примешь, захочешь, нет. Это уже твоя жизнь. А я буду жить свою. Она у меня классная, спокойная. Знаете, когда нету страхов, когда нету ожиданий, когда нету суеты, когда у тебя мысли в голове не дерутся, вот это я помню из прошлой жизни, когда ты просто можешь либо вообще ни о чем не думать, либо одну встроенную, как будто, знаете, у меня вот мысли, они какие, они как будто туда что-то приходят, и она такая, то есть она не бьется ни с чем, ни с кем, она такая, трын-трын-трын-трын, если есть вопросы такие, раз, ответы, вопросы, ответы, и трын-трын-трын-трын так идет, вот так у меня голова сейчас работает.
Это прикольно. Надо другие кодики поподбирать. Подумать, как сделать там что-нибудь такое. Но при этом не отключать голову. Не отключать свое отключение головы. Вот. Вот, наверное, за этим я в деревне. Чтобы вот так вот. О, это у меня будет отпуск. Во, назову это отпуском. У меня полугодовой деревенский отпуск продолжается. Смотрите сериал «Отпуск. Дом добра». Это про меня. Вот там красивенько. А я продолжу смотреть в горы. Радоваться тому, что есть. Любить себя. Любить мир, любить вас и желать только всего самого-самого лучшего всем. Потому что все это я, а ты это все. Вот. Сегодня видно месяц. Я вам не покажу, как на самсунгах телефонах, но вот так покажу красиво. Пойду птиц заносить. У меня тут резка чеснока и перца для синдат. На, для монита. Not little, no, I'm not like it. Окей. И нудо вон там размазывалось. Нудо там. Вот так это все выглядит. Тут у нас овощи. Лай делает соус, мешает с чесноком и перцем, что я порезала. Мяско. Хочу съесть мозговую косточку с хлебом. Вот там они есть, для навару были. И бульон. А? И бульончик туда. Лай говорит, ты точно уверена, что хочешь кости есть, а то ты так быстро наедаешься. Да? Имбай. Ну, сейчас посмотрим. С камерой не очень удобно делать. Ну, там не вот такое. Повыдался. Да. Да, да. Нормур. Свининка, сейчас говядинка пойдет. Вот Лай добавляет всякие травы, там бульончик. Овощи. Они называют вот это все овощами. Vegetables. Грибы тут. А это сейчас до корочки поджарю, будет вкусненько. Лапша. Я еще люблю сюда раз таки подсолнуха запихнуть, но в этот раз не было. Нет. Sunflower. Да, надо самим вырастить. Вот такая у нас вкусняшка. Жарим и кушаем. А это стейк наш рибай от Мираторга. Нам на самолете президентском привезли. Ну, не нам, конечно, но мне досталось. Кушаем вкусно. Лай кормит котиков. У меня дынька. И гамак.